Там встреча началась. Саша, здесь на собеседование пришли. Приглашайте их в лично. Что делаем? Когда выходит лифт между третьим и вторым. А что подождать, тут дай длину плохо, ты уже без сознания лежит. И пошли, Маша, пусть она полотенце купит. Три штуки. Полотенце, блядь. Трубочку жидкости спустит. Полотенце, нам надо душ пьем. Жизнь воздуха нет. Какой вентилятор? Какой вентиляции, блядь? Была кнопочка с вентилятором, только не в этом лифте. Ее перенесли. Жесть, да ты тут реально хуёво, живот тут заканчивается. А кто к нам лез? Кто-то пытался лезть, какого хуя? Да что там, так когда это все закончится? Слушай, бросила трубку, нихуя себе, хорошо. В общем, мы здесь надолго. Сказали, что хорошо. Если они до розетки чинить не будут, там можно уже отказываться. Можно мы наполним о себе? Люди! Сань, тебе никто не поможет. Все. Что, мы сейчас дом переполошили? Мама! Включи радиолюк. Такой флешмоб маленький. Ёпать. Ну, движения нет, да? Я слышу только голоса, движения нет. Ну, тут пособирают. Идиот! Прикинь, открывает, тут сейчас камеры, стоят журналисты, да? Чуваки три дня сидели в лесу. Ты идиот! Не, ну что идея может быть? Чья идея? Ты заснул последним крыльником. Ну что ты залез, да? Что ты залез? За мной 40 килограмм едешь. Ты что видел? Что вечером вместе есть? Главное, не сомневался, я сейчас стою. Да.